Впервые акцию «Сердце защитнику» провели юнармейцы Луганской Народной Республики, которые в своем городе организовали флешмоб и записали видео с построением в форме сердца. Мероприятие они посвятили вступлению ЛНР в состав Российской Федерации. Формат настолько пришелся по душе юнармейцам всей страны, что они решили поддержать инициативу во всех субъектах страны. Ульяновская область не стала исключением. В нашей школе создано юнармейское движение, развивается с 2019 года. 125 юнармейцев на сегодняшний день обучаются в нашем учреждении. И поэтому ребята с удовольствием откликнулись, и мы решили поддержать. Мы решили также присоединиться и сказать слова благодарности и слова поддержки. Причем среди наших юнармейцев есть папы, которые по мобилизации проходят службу сейчас на Украине. И мы... Естественно, должны быть солидарны сегодня все. На площади 30-летия Победы юнармейцы средней школы 47 выстроились так, что получилось большое сердце. Ребята посвятили эту акцию военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Каждый участник пожелал защитникам успешного выполнения всех задач и скорейшего возвращения домой. Лично я принял акцию, чтобы поддержать наших людей. Им нужна наша поддержка, чтобы поднять им боевой дух, их боевое настроение. Акция «Сердце защитнику» – это возможность сплотиться, выразить солидарность и еще раз поддержать российскую армию. Юнармейцы средней школы номер 47 поддерживают российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Мы знаем, что ваша военная работа важна для всей страны. Вы рискуете своей жизнью, защищая нашу Родину. Мы вас всех ждем дома, живыми и невредимыми. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.